Ну что ж, мы начинаем второй матч. Собернот против Nordic Union. Посмотрим. Первый матч, напомню, выиграли Собера. Нордики, извиняюсь, со счетом 4-3 очень серьезной борьбе. Я так вижу, они поменялись цветами, но составы не поменялись. Сразу Соберы, я так понял, бросились атаковать. Джерс, я вижу, постраховывает в защите. Дальний бросок, шайба летит мимо. Джерс играет от борта, и шайбу принимает кто-то там из игроков Соберов, но неудачно. Но атака, кстати, продолжается, и можно бросить и даже забить. Угол, правда, был островат. С таких острых углов забивает только Мардгон. Шайба летит мимо. Нордики пока по большей части они обороняются, но вот сейчас они наконец пришли к активным действиям, и кто-то там застрял, и это может сказаться очень нехорошо. И вот сейчас можно забить гол блестящий. Джерс удачно очень подключился к атаке, и блестяще разыграли тут Собера и забили 1-0. Бросок мимо ворот. Перехват опасный. И, ну, в принципе, да, надо надеяться на дальние броски Эрзе. Тогда есть очень хороший шанс. Посмотрим. Ошибка игрока Собернот приводит к отличному дальнему броску, который отбивает кто-то из защитников. Я не видел там ника. Вратарь пошел в атаку, и зря он это сделал. 2-0. Ну, в принципе, ох. Выручил сейчас игрок Nordic Union, спас ворота. Наверное, это был саунд. В принципе, у нас было очень много случаев, когда Нордики отыгрывались именно с матчами Собернот, так что они уже знают, как это делать. И все только начинается. Еще только первый период. Мимо летит шайба. Снова перехват. Не смог он обойти игрока красной команды. И ни к чему это не привело пока. Вот сейчас можно отдать и бросить, но нет, отличный перехват. Ну, был бы он отличный, если бы это был бы помягче и смог бы уйти один на один. Шайба уходит назад. Опять к Нордикам. Ну, в принципе, пока немного спал вся нервозность первых минут. И команды начинают спокойно играть. Соберы немного успокоились. Ну, 2-0 достаточно такой скользкий результат в этой игре, поэтому ничего еще не ясно совсем. Сейчас двое не помешали друг другу. Могу убежать один из игроков вперед. И моменты какой опасный, блестящий. Ну, тут индивидуальное мастерство Райана. Отличный проход с фланга, очень красиво. 3-0. Первый период заканчивается, и Нордики неудачно его провели. Очень. Передача ее едва не перехватывает. А, кстати, вот это едва может только хуже сказаться.
бросок дальний 4-0, да. Райан очередной раз. Нордики вообще в этом периоде, ой, как слабо они его провели. И еще один бросок, но тут уже Саунд был настороже. Пока в сухую, после первого периода в сухую Соберы обыгрывают Нордиков. 4-0. Начинается второй период, и глупая шайба влетает в ворота Соберов. Ну что ж, три шайбы уже легче отыграть, чем четыре. И, видимо, может быть, сейчас какое-то возрождение у Нордиков появится, и начнут они атаковать. Но пока, честно говоря, вот ничего не получается. Ах, вот сейчас забей, и все могло повернуться, перевернуться с ног на голову. 4-2 это уже совсем другой счет. Рискованно снова играет вратарь. У Нордиков дальний бросок. И ох, как опасно. Еще она и отлетает, как удачно. Ах, перехват. Очередной. Ну, Соберы, конечно, посильнее пока выглядит. Несмотря на эту глупую пропущенную шайбу. Снова идет в обводку, ну, зря. Шайба отлетает и мажет. Видимо, шайба крутилась перед ударом. Не смог он прорваться. Игрок Собернот. Все три игрока в зоне Nordic Union, кстати, все три игрока Собернот. И мне кажется, это рискованно достаточно. Конечно, 4-1 хороший счет, но можно так и пропустить пару шайб. Ну, вот как сейчас, например. Ой, ну... Ну, такие надо реализовывать, конечно. Ну, ух, смотрите, какая передача. Ай-яй-яй-яй-яй, штанга. Не видел, кто там был, но вот этой передачей он исправился, конечно, за этот промах. Но тут уже не повезло. Промахнулся уже второй игрок. Дальний бросок. Спасает с трудом, но спасает. Он катился уже в ворота. Второй период гораздо более интересно проводится. Вот сейчас отличный момент и гол. 5-1. Джерс. Да, забей тогда кто-то. Я не видел вот этот выход один на пустые ворота. Реализуй. Все бы могло сейчас повернуться по-другому. А так опять 4 шайбы. Ну, на самом деле, нет, ничего невозможного. И нет, нет. Ну, вот сейчас, может быть, снова блестяще блокирует защитник эту шайбу. А у нас уже прошло чуть больше половины матча. Бросок мимо. Собер начинает свою атаку. Аккуратно. Ошибка. Но вот сейчас можно бросить.
В принципе, так и делает Эрза, и он сбивает все-таки свою шайбу. Но опять разрыв сокращается до 3 шайб. Второй период уже потихоньку подходит к концу, и в принципе у нордиков есть еще шансы отыграться. Удачно тут подставился под шайбу нападающий и не смог принять эту шайбу. Сейчас опасный момент. Джерс. Штанга. Счет 5-2. И вот сейчас может убежать, если успеет. Или бросить. Отлично. РЗ блестящий. 5-3. И... я так понимаю, уже в третьем периоде команды начнут с отставанием всего лишь 2 шайбы. Это уже совсем другой расклад. Кстати, Саунд сейчас в конце хорошо сыграл. Это уже совсем другой расклад и очень-очень реальный шанс у нордиков спасти этот матч. Джерс, как всегда, в своей манере. Ну, Эрза его спросил, не все сказал, не все потеряно. Джерс так, да, ну да. Ну, посмотрим. Ух, штанга. По-моему, сравнялись по количеству штанг. Обе команды. В принципе, не везет как тем и другим. Пока, конечно, Собер играет лучше, я могу честно сказать. Ну вот. Да, опять Эрза. 5-4, и это совсем другая игра уже. Сейчас пойдет. Дальний бросок мимо. Ну, будет забавно, если нордики выиграют и этот матч. Честно говоря, ну, первый, наверное, равный был матч, а вот второй Собера все-таки больше владеет преимуществом. И, ну, Собером только надо уповать на свою реализацию момента. Ну, вот как сейчас, например. Кто-то там успел заблокировать. Ну, снова, ну, как можно обводить так, не имея никакой скорости? Надо обводить на скорости. Бросок какой, отлично играет вратарь. Остается 3 минуты 38, ну, 35 секунд до конца третьего периода в этом интереснейшем матче. Один из самых интересных на этом турнире, что первый, что второй. Между двумя, наверное, сильнейшими командами, это Собернот и Nordic Union. Вот сейчас был опасный момент, очередной. Снова шайба летит мимо. Передача от борта, отлично, но... Отлично разыграли, но можно забивать. Отлично! Вот это было круто. 5-5. Вы помните, какой был счет, и я думаю, вы, если слушаете мои комментарии с самого начала, то я сказал, что нордики являются в своем роде специалистами против Собернот именно с точки зрения отыгрывания большого количества шайб. Там 3-0 или 4-1, это они могут. А сегодня, вот видите, 4-0, 5-1 был. И уже 5-5, и сейчас мог бы счет стать вообще 6-5. Две минуты 30 секунд остается до конца третьего периода. И вот сейчас опасный перехват, но, видимо, вратарь будет первый на этой шайбе. Напряженнейший матч. И ошибка вратаря. Везет. Снова везет нордикам. Очень сильно, конечно, Собера. Хромает у них сегодня очень сильно реализация моментов. Передача вперед. Снова очень опасно. Ах, мимо. Мимо. Но еще не все потеряно в этой атаке. Ну, какую-то глупость сейчас вытворил
один из игроков Нордиков, в принципе, он даже атаковал еще и вторым темпом, но снова не удалось ему ничего сделать. Может, Собером? Что-то я не вижу у Собера в дальних бросков. В принципе, это неплохое решение против. Ну, конечно, Саунд очень неплохой вратарь, но попытаться бы стоило. Ох, браво. Ну что ж, остается только поаплодировать Нордикам. Приятно удивляют. Джерс. Да, я его понимаю. А кто там шутил и говорил? Да, конечно, ну да. Ну, в принципе, Соберы еще могут выиграть, даже еще совсем ничего не ясно. Еще целая минута. За минуту можно забить много шайб. Ну, опасный момент, прострел, но вратарь. Вратарь хорошо играет. Можно бросить опять. И снова вратарь. Или клюшка чья-то, я не увидел. Снова все рванулись в атаку. Мимо. Ну, все же, честно говоря, Nordic Union с Эрзой и без Эрзы — это две разные команды. В принципе, у них отличный набор игроков, но именно вот этим основным звеном является Эрза. Ну что ж, победа. Победа Nordic Union. Блестящая победа. Молодцы. Просто молодцы. Я их поздравляю от всего сердца. Вообще, просто, честно говоря, очень интересный матч. Очень понравился. Всем спасибо, до свидания.